В Иркутской области наградили лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Церемония состоялась в рамках мероприятий агропромышленной недели. Лучшими в своих номинациях признаны 134 участника. Областное трудовое соревнование проходит уже более 10 лет. В 2022 году поступило 257 заявок для участия в 34 номинациях конкурса. Победителем в категории «Женщина года» в агропромышленном комплексе стала генеральный директор фирмы «Лактавит» Любовь Зайцева. Почти 30 лет она занимается детскими и обогащенными кисломолочными и молочными продуктами здорового питания. Уважаемые друзья, коллеги, сегодня от всей души хотел бы вас поблагодарить за добросовестный труд, высокий профессионализм, ну и любовь к своему делу. Скажем так, что это не первая моя награда, но я очень горда тем, что сегодня я победила в областном трудовом соревновании агропромышленного комплекса и стала, получила почетную грамоту. Это награда местная, она касается непосредственно нас как местного производителя, причем очень нужной, полезной продукции, начиная для детей с нуля месяцев, с 6-8 месяцев и даже для взрослых.